Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и эта карьера просто уникальна на уникальные события, которые со мной вообще никогда в FM не происходили. К примеру, в прошлой серии это был самый наглый гол рукой в истории, в этой же встречайте, ну, не знаю, самого, наверное, ленивого, самого ноющего футболиста, это Майкл Обафеми. Те, кто на мои стримы ходят, не дадут соврать, потому что после каждого матча он говорит, что он устал. Вот, пожалуйста, обеспокоен физическим состоянием. И так после каждого матча просто остальные сообщения не сохранились. То есть он подходит ко мне после игр и как Джон Коффи из фильма «Зеленая миля» говорит: «Босс, я устал». При этом... Мало того, что он играет далеко не больше всех, я же ему еще и даю постоянно отдыхать, потому что, ну, он самый наш полезный футболист, 19+9, но ему и этого мало. Вот сегодня у нас будет 3 матча, и я вам просто гарантирую, что после каждого матча он будет говорить, что он устал. Помяните мои слова. В общем, мы продолжаем карьеру за Брэдфорд Сити. Довольно комфортно идем на первом месте. Отрыв от четвертого места 13 очков. И мне, в принципе, без разницы, какое место мы займем по итогу из первых трех. Первое, второе, третье. Потому что в любом случае все они дают выход выше. И премиальные, ну, не сильно отличаются друг от друга. Первая сегодняшняя заруба против Стивен Эйджа. И, к сожалению, в этом матче не сыграет Обафеми, потому что у него там повреждение. Ему опять нужен отдых. Ну, в общем, полный набор. Опять у него «Я устал, хочу любить». Ну, в общем, мы не сможем проверить то, что я сказал в начале видео, но я думаю, что и без него мы победим. Тем более у них есть весельчак Тейлор, если вы помните этого голкипера из первых серий, 56 пропущенных голов. Красавчик. Лист подает, может быть, на Шуберта? Нет, здесь перехват. Джонс. Прекрасный пас на Ваганыча, и нужно... Тейлор, ты что, это на Ютубе стал смотреть туториалы вратарской игры? Как ты так это... Это какие-то шутки? Или какие-то скрипты? Блин, прикольные формы и эмблемы тоже в низших английских дивизионах. А чё так мало запасных? Точнее, почему какая-то полоска между ними, но не суть. Ну, Обафеми я не буду выпускать. Ладно, пусть отдыхает. Ну, тогда вот этот парень. Зели Исмаил, конечно, тот еще днарь, но он отдал пару голевых таких, что это просто уровень Хави. Вот, собственно, смотрите, чтобы не быть голословным, и Ваганыч, ну, это его стиль. Похоже на пенальти. Ну, знаете, у нас комфортное преимущество по очкам, и тем более вчера я так уже делал, поэтому вот у него уже есть один гол забитый, пусть... Пробьет голкипер. Да, это, конечно, понты. И часто понты наказуемые. Но кто же это сделает в компьютерной игре? Давайте посмотрим нашего голкипера, бьющего пенальти. И Так, давай это обратно. Этот кипер не догадается быстро мяч вести. Блин, я херню придумал, походу. Ну и в раздевалочку. Нет, этот парень явно сегодня ходил к цыганке. Я про вратаря соперников, потому что, ну, как еще можно такое везение объяснить? Дэвид подает, опять он на месте. Ну, такое ощущение, что Стивен Эйдж нам даже поддается. Они просто нам мяч отдают, вот, они даже не стараются, но... Мои ребята этим не пользуются. Как будто бы ты пришел на дискотеку, к тебе сама подкатывает... Тян, а ты такой, типа, я пришел попить пивка. Ну, что такое, алло? Последнее мое секретное оружие — это Шей Маккартан. У него ни одного паса, ни одного гола, я в него верю. Не знаю, в кого верит Тейлор, но у него оценка 8,5 и 20 тысяч сейвов. Да, все-таки... Давать бить пенальти вратарю было плохой идеей, еще проиграть могли. Нули.
перед следующим матчем наткнулся в новостях на какую-то команду, о которой я впервые слышу, и вы просто гляньте, какая у них охренительная эмблема. Они ее не заслужили. Второй на сегодня матч у нас против Кембриджа. Какого хрена, если есть команда Кембридж, нет команды, где учился я, где ФК Шарага? В этом матче сыграет Абафеми, и я гарантирую 100 миллиардов, какие цифры максимальные придумали ученые, косарь. В общем, косарь процентов, что после матча Абафеми скажет «Я устал». Что же будет дальше? А дальше будет потеря мяча, а дальше будет заброс, скидка, и нам опять показывают... То, что называется футбольный дыр-дыр. Хотя Абафемич, он хорош. Он, блин, хорош. Я прощаю ему его нытье, но он хорош. А вот этот парень совсем не хорош. Веселый карнавал у нас в обороне. Дело в свои ноги берет Абафеми. И почти забивает. Что это такое? Что это такое? Как такие голы возможны в четвертом английском дивизионе? Да, отрыв у нас по-прежнему солидный, 9 очков, но еще парочку таких матчей уже будет совсем не весело. Да. Кто же там опять ноет из-за того, что он устал? Дайте-ка угадаю. Какая неожиданность. А еще и двоих других подговорил. Это как, знаете, в школе тоже такое бывало. Один типа заболел, и другие, которые около него, типа, ой, а мы что-то тоже простыли. Пошли-ка мы с уроков нахрен. Так, те два матча вы не видели? Теперь матч с Ньюпортом. Уж здесь-то я покажу, что наша команда не раком шита. Давайте оправдаем ожидания. Абафеми с мячом. Он бежит. Я тебе новую кровать подарю. Наполеон. Наполеон. Как-то задом атакует нас Ньюпорт. Очень интересная мания. Опять жопой встали. И это не привоз. Что же это будет? Да, вот любопытно. Это прекрасный пас на Ваганыча, которым он забивает. Опять очень долгие затяжные атаки мне показывают. То есть, ну вот, я человек, который ценит свое время. Мне в конце концов потом еще идти смотреть фильмы для взрослых. Нахрена мне показывать 20 секунд, как они пасуются в центре поля? Это как, это бесполезно. Это не имеет никакого смысла. Это как сюжет в порно. Зачем эти... Ну... Вы что творите? Демоны, вперед! 1-0 еще не концовка матча. А вот теперь другое дело, вновь забивает Абафеми. Хочу дрочить. Сотку выбил. Я уверен, что даже если его отправлю в двухнедельный отпуск, тут есть такая функция, ничего не поменяется. У него какая-то врожденная усталость, походу, какой-то новый диагноз. Ну а так, мы, конечно, потеряли немножко преимущество, потому что в начале серии оно было 13 очков, сейчас 10, но до конца 11 туров вряд ли мы прям сильно скатимся. В любом случае, приглашаю вас на стрим, там мы добьем сезон до конца, и если щедрейшее руководство даст мне каких-то денег... Хотя я в этом сомневаюсь, то даже будем делать трансферы уже под более высший дивизион. Вот там, я думаю, что начнется настоящая задница. Всем удачи, всем пока, ставьте лайк и не забывайте заглядывать в закрепленный комментарий и забирать бонус от наших друзей. До свидания.